А, и первая для Джорджтауна, все правильно, да. Или не первая? Первая для Джорджтауна, да. Из Емельянова. Дальше нашли прибра... Хороший пас, быстрый отрыв! Это хайлайтов такой, по такой маленькой площадке. Ой, хороший пас. Ну, пока воспользуется Вермута, очень хорошо смотрится. Пас... А, ну он на скамейке. Второй Агафонов, Дмитрий Агафонов. Первый сейчас на паркете. Смотрится. Тайм-аут заказывает тренер. Потеря. И... Ну, Верман пока в полном порядке. Тебе и ноунейм лично для меня были. Возможно, кто-то знает этих Агафоновых, кто разбирается в любительском баскетболе Москвы. Добавляю два штуры с этим, с нитро-ускорителем у него в пятой точке. Номер вроде как, Лысенков. Но многовато подставляется. Восьмой номер играет хорошо. Вот то, что ой, от забора 3-13. И сразу отрывается, можно сверху поставить. Еще издевательски подождал секунду. Небольшой троллинг от Цапаева. А, ну и технарь все-таки получает Цапаев, да. Да успокойте восьмого номера, пожалуйста. Так хорошо играет, так много спорит с судьями. Трансляция, что это за деды, где они играли. Деды очень мощные. И бросок в трёху не забивает восьмой номер. Хороший пас под рыстое нападение. Не забивает три у нас Сапаев. И снова быстрый отрыв. Потихонечку возвращается в игру. Спокойно вышел из дабл-тима Акафонов. Хорошо разыграли. Ну и легкие два очка для... Хотя было близко. Сразу же. Сапаев просто на любом быстром отрыве. Сапаев везде. Сразу превращается в быстрый отрыв от Сапаева, который готов убегать. А вот и трешечка залетает от первого. Два из них это Синай. Один из двух. Шибулкат, но он на дуге не забил трешечку. Александр Агафонов. Сложный проход Агафонов. Хороший пас. Я правда не уверен, что он именно давал второму номеру, но в любом случае это оказался в нужном месте, в нужное время. Забивает трешечку 21 номер. Не дисциплинированно играет при бросках соперника. Баскетболист Вермута в защите. Но видно, что уличный. Надо реализовывать. Сапаеву день авиации забивает Сапаев. Еще и с фолом. End-1. Сапаев просто везде. Хороший кат под паркера, но, к сожалению, не реализовал девятый номер Васильчиков. Но добавил. Ой-ой-ой, Старости! Я надеюсь, что это хайлайт попал на камеру. Так, у нас что дальше у нас? Ну и хорошая ответочка. Хорошая, простая. Конечно, пока что смотрится как команда, которой нечего делать в дивизионе баскетболиста Вермута. Но... Защитное сейчас действие было от Дмитрия Агафонова и реализует. Шикарный хайлайт. Блокшот, потом сразу же перехват. Хороший пикинрол, надо забивать. Хорошая комбинация прошла. Очень хорошая комбинация прошла. Здорово разыграли на двоих. Потому что не подъехал бы Золотов, был бы стопроцентный смолбол, и некому было крыть Абрамова. А так Золотов сам достаточно высокий парень. Золотов соперника. И так зачем вот это злиться сейчас, непонятно.
Это правильно. Вот это правильно. Потому что... Нет. Один из двух от Сапаева. Удивительно увидеть Сапаева наверху. Он обычно строго дежурит у чужого кольца. Но вот сейчас он сам наверху. Сапаев 3 забивает. Гость на трехочковой дуге, но показывает, что если надо, может и трешечку забить Сапаев. Хотя в первой половине за трехочковое время он больше кирпичи выбрасывает. Хорошая ответочка прилетела. Минимум времени на атаку останется соперника. Убивает время сейчас баскетболисты Вермута. Нет, все-таки оставил много времени. Много времени оставил. Так, один из двух от... Ну а вместо технаря у нас Монахов. Сапаев. Легкие очки для Сапаева. Забивает первый сосни. Ой, забыли золото. И Монахов, кажется, успел заблокировать. Институт гражданской авиации. Ну, что ты скажешь? Без комментариев. Старостин слишком хорош. Чуть не перехватил. Ой, как хаслит Вермут. Вермут! Что творит Вермут? Васильчиков просто фантастический проход. Между ног соперника, потом себе пропустил. Ну, в общем, закончилось потерей. Быстро отрыв реализует баскетболисты. Сапаев. Хорошая защита была от Монахова. Плохая. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От Абрамов в атаке. Сапаев в своем стиле, ничего нового. Не забивает Емельянов. Еще одна закидушечка. Сапаев. Вылавливает Сапаев передачу. Тоже играли с максимально позитивными эмоциями. Ну, в принципе, у Вейка позитивные эмоции, просто вот они любят поспорить. А вот Сакраменто, конечно, что у нас? У нас с мячом... как обычно, Сапаев в своем стиле, а зря. Была возможность броска у него открытого. Ну, Сапаев, как обычно.